Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0, в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Новостройки в Кировской области выросли в цене, на вторичном рынке жилье стало дешевле. Как сообщает Кировстат, изменение цен по итогам третьего квартала этого года было незначительным – 0,4% и 0,7% соответственно. Квадратный метр на первичном рынке стоит чуть больше 38 тысяч рублей. Квартиры среднего ценового сегмента предлагают по 36,5 тысяч за квадрат, в сегменте элитного жилья – почти по 52 тысячи. На вторичном рынке средняя цена квадратного метра составляет 40 200 рублей. От 32,5 тысяч за жилье низкого качества до 53,5 тысяч за элитное жилье. В Приволжском округе самые доступные квартиры предлагают в Мордовии и Оренбургской области. 34 и 37 700 рублей за метр. Максимальные цены 60,5 тысяч рублей в Нижегородской области. Дайджест недвижимости. Мэрия Кирова озвучила прогноз по развитию рынка жилья. В этом году в областном центре планируется ввести в эксплуатацию чуть более 500 квадратных метров жилой недвижимости. В ближайшем будущем этот показатель вырастет до 509 тысяч квадратов, говорится в прогнозе социально-экономического развития города на ближайшие 3 года. В документе также отмечается, что население областного центра будет увеличиваться. Если в прошлом году в Кирове постоянно проживали 527 тысяч человек, то к 2020 году численность жителей превысит 540 тысяч, сообщают бизнес-новости в Кирове. Дайджест недвижимости. День открытых дверей для арендаторов и покупателей казенной недвижимости проведет городской департамент муниципальной собственности. Он состоится в следующую пятницу, 24 ноября. Специалисты мэрии представят обновленные списки свободных помещений, их фотографии, а также расскажут о порядке передачи имущества по договорам аренды и купли-продажи. Напомню, что в декабре этого года город намерен выручить от продажи муниципальных помещений не менее 170 миллионов рублей. На торги, которые состоятся 1, 8 и 15 декабря, выставят помещения на улицах Красина и Менделеева, Некрасова, Воровского, Карла Липнихта, Октябрьском проспекте, Производственной и некоторых других. День открытых дверей начнется в 15 часов. Заинтересованным покупателям и арендаторам муниципального имущества следует подходить в 299-й кабинет администрации Кирова. Это Воровского, 39. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.